вот и ты. Люди пришли послушать мою речь. Может быть, это тебе пригодится. Здесь все, что мы знаем о Клеоне. Митилена — лишь первый город в длинном списке его целей. Он использует свою власть, чтобы горожане каждый раз голосовали за смерть. Значит, мы должны переубедить людей. Так ты поможешь мне? Одних разговоров недостаточно. Нужно показать, что идти за Клеоном нельзя. Не думал, что услышу подобное от тебя. Такое время. Это твои слова. Именно. Мне нужно, чтобы ты вел себя так же, как сторонники Клеона. Постараюсь. Но Сократ, ведь Клеон — человек из народа. Скажи, если ты ранишь кого-то мечом, это твоя ответственность? Моя. А если наймешь для этого кого-нибудь другого, ты все еще в ответе за это? Какая глупость. Не я причиняю вред, а кто-то другой. Но если бы не ты, человек был бы в безопасности? В большей безопасности. Значит, ты согласен, что ты в ответе за нанесенный вред, даже если не делаешь ничего своими руками? Полагаю, да. Значит, мы все ответственны не только за непосредственный ущерб. Ну да. Тогда задам еще один вопрос. Кому верить? Толпе или знающему человеку? Я доверюсь опытному. Такой человек знает больше меня. Так твои суждения основаны лишь на чужих словах. Это все, что у меня есть. А если это ложь? Лжец не заслуживает доверия. Все верно. Если кто-то соврал тебе единожды, позже он может сделать это еще раз. Да, ты прав. Так ты согласен, что тот, кто лжет, не заслуживает власти? Согласен. О, афиняне, согласны ли вы, что каждый человек ответственен за любой, даже косвенно причиненный им вред? Согласны! А пойдете ли вы за тем, кто солгал вам ради собственных целей? Никогда! И прежде всего, именно поэтому я прошу, я умоляю, выслушайте эти слова. Избранный вами лидер лжет ради личной выгоды. Клеон солгал, чтобы собрать голоса для нападения на Митилену, и он продолжит поступать так же. Если корабль прибудет в Митилену, у жителей не останется ни шанса. Вы знаете правду и можете все изменить. Нужно еще одно голосование. Жизни этих людей в ваших руках. Корабль надо остановить. Это был образчик отличной риторики. Люди не смогут усомниться в услышанном. Я чему-то научился. Должно быть, это ты на меня повлиял. Конечно, дебаты разят не так быстро, как клинок, но могут быть не менее эффективны. Этого хватит? Полагаю, скоро все Афины узнают о злодеяниях Клеона. Граждане любят свой город. У них есть принципы. Никто не желает его падения. Перепаты!
это катастрофа. Спокойно. Мой шедевр! Он изменит все. Развлечет, поразит. Я не актер. О, боги, нет! Все, Феспис. Пригласи другого. О, нет! Чем больше людей узрит, как я, В смысле пропал? Он всегда репетирует. Вариантов много. Нет, он знает, как это важно. Так где мне его искать? Феспис редко выходит из дома. Я найду. Богиня войны. Радостно ли тебе видеть свой город? Похоже, дом Фесписа. Ασχολίαν βελτίστην, ευρέ! Ну же, ну же, он где-то тут. Ты не похож на актера, разве что твоя роль — афинский страж. Я? Тихо. Я буду задавать вопросы, а ты отвечать. Но командир Лексинор... Как тебя звать? Булис. Что ж, Булис, тебе решать, выживешь ты или нет. Понял меня? Да. Что вы сделали с Фесписом? Солдаты поют его в таверне, дальше по улице. Скажи мне, что ты ищешь? Какую-то пьесу. Больше ничего не знаю. Пьесу? Я выполняю приказ. Мне приказали уничтожить ее. Лучше бы рассказать мне все. Я знаю только, что им надо отвлечь актера. Проверь сам, он в таверне. Это все точно? Я выполняю приказы командира и помалкиваю. Сделай хоть что-то полезное, помоги мне. Ты верен и исполнителен. Правда? Что скажешь? Сбежать из Афин? Спасибо. Спасибо!
я говорю, если это твоя жена, чего пошло? Я бы остался, но моя чаша пуста, и мне завтра на... Думаю, ему хватит. А тебе-то какое дело? Да, было дело. О, глядите-ка. Тебе лучше выйти. Меня прислал его наниматель. И? Он не работает? Да, не работаю. Но он мне по нраву. Аристофан забавный, но его идеи... Так и есть. Мне он нужен трезвым и... Кажется, ты не понимаешь, в чем дело. Риксинор приказал не выпускать. Я останусь. Уводи своих мальчиков. Ты пожалеешь. Идите. Судя по воне, вы уже знаете, где тут хлев. Вас там ждут. Что-то мне нехорошо. Убирайся! Он сказал, ты будешь в маске. Сказал, ты в безопасности. Ты так сильна, Екатерине. О, вверх ногами. Родители говорили, либо ты актер, либо пьяница. Ха, обдурил их. Я и то, и другое. Скажи ему, Клеон убьет нас. Это уже... Спасибо, но дальше я сам. У меня есть любовь. Главное, чтобы ты выступил завтра. Верно, и мне нужна моя муза. Муза, не могу играть без нее. Ты выступишь? Не, только с Екатерине. Божественное имя и те. Люди в таверне. А, почитатели, без обид. Тебе бы протрезветь. Это важная пьеса. А, Экатерин... Прошу, а... Выйдешь на сцену? Колбасник был моей идеей. Иногда надо было остаться на Кефалине. Тогда я... Муза. Не в моем вкусе. Многовато мускулов, но если есть деньги, сможем договориться.
Феспис сказал, что... Да нет же! Мне нужна помощь! Ты не первый. Эти руки спасли больше людей, чем Гиппократ. Нет, Феспис сказал найти тебя. Я не делаю скидок его друзьям, если ты об этом. Нет, Феспис зовет тебя. Феспис любит играть. Но ты... Командир Риксинор дал понять, что я могу лишиться жизни. Зачем он угрожает тебе? Все из-за этой глупой пьесы. Но при чем тут? Актеры — суеверный народ. Командир... Я все чаще слышу об этом командире Рексиноре. Один из любимчиков Клеона. Подруги рассказывали мне... Мне жаль. Он командир гарнизона. Не волнуйся, я разберусь с командиром. Ты не понимаешь, с кем имеешь дело. В каком смысле? Тайные встречи. Странные друзья. Если умрет, ты пойдешь к Феспису? С удовольствием. Где мне найти команд... В казармах через дорогу. Опиши его. Он носит большой дурацкий шлем. Не волнуйся. Принеси... Не зови никого счастливым прежде смерти. До тех пор он несчастлив. Ему везет. Сомневаюсь, что Рексинор поддерживает культ космоса. Сойдет за доказательство. Это не тот меч, но сойдет, лишь бы был мертв. Дело сделано. Ступай и проследи, чтобы Феспис не пропустил пьесу. Ты так напряжен. Иди сюда, приляг. Позабавимся немного. Или ты делец до мозга костей? А ты не против? Кровь в твоих венах все же течет. Бурлит. Но как же Феспис? Феспис — актер. Многие девушки в свое время были его музами. Теперь мы займемся пьесой Фесписа и Аристофана. Эта пьеса важна для тебя. Она многое изменит. К лучшему.
По глазам вижу, что дело не только в этом. Но у нас у всех свои тайны. Просто знай, что я хочу остановить Рексинора, Клеона и им подобных. Прошу, скажи-ка. Хорошо. Слава богам. Вообще-то, я неплохо разнообразил свою жизнь. Я рад это. Вот, народ сердца. О, солнце ясного луч воссияет для всех. В день падения Клеона. О, мальчик вовсе и туп, и глуп. Ах, вот как! Все за то, что уж давно я собирался предложить монументам достославным ваше мужество почтеть. Видишь, что задумал он? Стариками нас считает, хочет плутней провести. Нет, сюда попробуй сунься, здесь же будешь ты избит. А! О, убьют меня! Сюда скорей! Что теперь? Как я и рассчитывал, пьеса имела успех. После нее и твоей речи на Пниксе Клеон почти утратил любовь народа. Сейчас он направляется в Амфиполи. Алексиос,
Брасит велел найти тебя. Где он сейчас? В Амфиполисе. Если ты увидишь его, скажи, что я в пути. И что ты при... Брасиду нужна помощь. Я не могу его бросить. Но если я увижу Клеона, ему конец. Что бы ты ни решил, помни, он лишь человек. Ничего не обещаю. Удачи.
просит. Ты пришел. Слышал о Пилосе. Могло быть хуже. Значит, Клеон в Амфиполисе. Где-то здесь, даже в броне, говорят. Будет сражаться, как все. Он хочет стать героем. После случившегося он низко пал в глазах афинин. А что потом? Что случилось? Спартанцы дали мне время прийти в себя. И вот я тут. А нога? Ты исчез с поля боя. Меня схватили и забрали в Афины для беседы с Клеоном и Деймос. Но не убили. Не смогли. Это наш шанс, Брасит. Мы убьем Клеона. Если не ты, то я. Ты что-то не договариваешь. Я ищу Клеона. На то мы порешим. Но мы же друзья. Я ошибался в тебе. Ты спартанец. Ты должен знать, что такое верность. Я пришел, так ведь? У нас общий враг. Это только слова. Дай мне объяснить. Пустой разговор. Афины ждут подкреплений. Надо атаковать. Пошли. Малака. Сегодня мы сделаем все, что в наших силах. Не отступим. А вот и афиняне. Братья, в бой! Пощады не будет! Там лучники! Я тебя в зубы выйду! Нужно застрелить их живо! Впереди лагерь афинян! Убейте их! Война!
принимаешь все так близко к сердцу? Нет! Алексиус, прошу, пощади! Ты натравил ее на нас, мою сестру! Мы помогли ей, возвысили, дали силу. Ты сделал ее чудовищем! Так будь с ней, учи ее! Деймос по-прежнему твоя сестра! Ее зовут Кассандра! Прошу тебя, мир разобщен, Алексиус! Мы объединим его. Закрой рот! Я безоружен. Пощади! Ты умрешь так же, как и жил. Как трус. Я не забуду. Мое дело будет жить. Ты не заслужил славу! Вот и все. Ирин захочет узнать, что Клеон мертв. И бросит. Нужно было добраться до Деймос раньше. Прости меня, друг.
активно. Храм синхронизирует трансляцию. Контакт установлен. Алексиос. Все должно было быть по-другому. Много лет назад люди собрались вместе, чтобы воплотить в жизнь теорию, которая могла управлять Вселенной. Теорию о том, что в мире поровну порядка и хаоса. Но хаос завладел умами некоторых из них. Так родился культ космоса. Они повергли Грецию в пучину войны, остановить которую было твоей судьбой. Ты уничтожил культ. Я в этом не преуспел. Ты герой, но у этой победы есть своя цена. Без хаоса наступит царство порядка. Не будет ни прогресса, ни свободы. Но надежда есть. Надежда на тебя. Надежда на будущее. Нам надо исправить ошибки прошлого. Используй жезл. Верни баланс во Вселенную. Мир рассчитывает на тебя. Тебе надо снова стать героем. Так, ты все видел, да? Так красиво. Правда ведь?
что ты тут делаешь? Теперь все члены культа мертвы. Ну, почти все. Что? Это правда. Я была их лидером совсем недолго. Потом появилась твоя сестра, и цели культа изменились. Я думал, вы с Деймос вместе. Все оказалось сложнее. Ты ведь знаешь, ей нельзя управлять. Она захватила власть, и ее слово стало иметь больший вес, чем мое. Ты была заодно с ними? С культом? Правители в Греции действовали неверно. Культ хотел начать все с чистого листа. Путем разрушения, подкупа. Они развязали войну, в ней гибли люди. Мы и правда разожгли войну. Все было под контролем. До поры до времени. Тогда мне разонравились наши методы. Малака! Вы искали нас? Нет, вашу семью. Люди вроде Леонида, тебя, всегда были угрозой. Но ты приятно удивил меня. Ты не такой, как Деймос. Ты упустила меня. Я был у тебя в руках. Ты дал мне надежду. Я думала, ты поможешь мне уничтожить то, чем стал культ. И сам того не зная, ты помог. Ты не лучше их. Разрушаешь все вокруг. Изначально все было не так. Мы просто хотели сменить политический курс. Я хочу понять, что это за пирамида? Как действует? Откуда она у культа? Я и сама пытаюсь в этом разобраться. У меня тоже нет ответов на эти вопросы. Культ поклоняется этой пирамиде десятилетиями. Она заменила Дельфийского оракула, чьим пророчеством внемлет вся Греция. Мы используем веру людей в пантеон мертвых богов, чтобы изменить человечество ради своей выгоды. Пирамида позволяет увидеть будущее. Но не каждый может ее использовать. Только Деймос и другие твоей крови. Но ты ведь что-то видела. Не знаю почему, но видение и правда было. И о чем же? О тебе. В видении ты уничтожил пирамиду, и культ тоже. Я знаю, что будет дальше. Когда культ падет? После нас возникнет новый порядок. Власть будет в руках царя-философа. Люди начнут забывать о старых богах, и появится рациональное общество, созданное людьми и для людей. Мне нужен кто-то, кто их поведет. Но хаос, распространяемый культом, не позволит этого достичь. Так что я не буду мешать культу космоса развалиться самостоятельно. Так, Перикл знал об этом? Я хотела защитить его, потому молчала. Он бы попытался вмешаться, но он не должен был погибнуть, и это правда. Он верил в тебя, а ты не защитила его. Если бы ты вмешалась, он был бы жив. Если бы могла, вмешалась бы. Когда Деймос убила его, я поняла, что проиграла. Пришлось отступить. Так, и что будет теперь? Займемся главным. Создадим новую республику с единым правлением. Вот наша мечта. Пока лишь мечта. Недостижимая. Забудь все, что знаешь. Вообрази, это не демократия. Никаких склок, лишь граждане, что трудятся на общее благо. Безумие. Ничего не выйдет. Уже не вышло. Не безумие, просвещение. Со временем жители Афин поймут, что давно мечтали об этом. Даже ты. Навряд ли. Ты всегда был независимым. Хватит. Нужно, чтобы ты доверился мне. Поверь мне, мы претворим мечту в жизнь. Я остановлю вас. Вы разрушили Грецию. Вы несете лишь вред. Вижу, ты не понимаешь, чего мы хотим. Я ошиблась в тебе. Взаимно.
Алексиус, у тебя много дел, дитя. Алексиус! Грядет буря. Она меня не страшит.
потайной комнате в крепости на Лемносе. Туда и отправлюсь. Дитя, тебя долго не было. Брасит погиб. Нет. Деймос убила его. Что с моей дочерью? Клеон выстрелил ей в спину из лука. Но рана была легкой. Может, Деймос жива. Малака, Клеон! Я убью его! Поздно, мама. Я уже отправил змея Каиду. Моя семья. Остался только ты. Мама, я должен сделать еще кое-что. Мне надо вернуться на гору Тайгет, где все началось. Всю жизнь я бегаю и сражаюсь. Меня преследуют воспоминания. Я так больше не могу. Я оставила свое сердце на той горе. Я хочу забыть эту ночь раз и навсегда. Я пойду с тобой. Именно здесь все изменилось. Как летит время. Кассандра! На краю света. Мать зовет свое дитя. Как мило. Кассандра, прошу! Это имя для меня ничего не значит.
Мы с отцом назвали тебя так. А потом вы сбросили меня со скалы из-за пророчества? Это был культ. Я пыталась, хотела тебя спасти. Жрецы сказали, ты погибла. А мне сказали, что ты меня бросила. Кассандра, иди ко мне. Мы твоя семья. Пошли домой. Семья? Дом? Меч, вот моя семья. А мой дом на поле боя. Я обещал привести ее, мама. Но она во власти культа. Обещал привести меня к маме. Я сама сюда пришла. Может, расскажешь маме правду? Какую правду? Что я избранная. У меня особая судьба. Восстановить порядок в мире. А ты просто наемник со сломанным копьем. Нет никакой судьбы. Ты – орудие в руках культа. Очень хорошо. С нашей первой встречи я пытаюсь понять, кто же ты для меня. Ты – сорняк. Ты хочешь задушить и убить все, что я посадила! Сорняки надо вырывать. С корнем. Кассандра! В детстве я нашла львенка, попавшего в силки. Мой друг пошел освободить его. В тот момент я услышала рык львицы. Я видела, как львица растерзала моего друга. Даже звери всегда защищают своих детенышей. Я любила и люблю тебя. Та, кого ты любила, уже мертва. Мой путь предопределен. Ты меня не остановишь. Кассандра, послушай. Ты моя сестра. Когда-то я не смог защитить тебя. Но теперь смогу. Принадлежала деду. Все, Кассандра. Я знаю.
Алексиус. Спасибо. Знаю, ты делаешь то, что подсказывает сердце, но помни о семье. Иногда приходится сохранять внешнее спокойствие, даже если внутри бушует хаос. Чтобы стать лучшим, мало быть сильным. Так говорят лишь слабые. Я покажу тебе, кто слаб. Ну, во всяком случае, семья в сборе. Принесу вина. Прошло удачно? Неожиданно я вновь обрел семью. Значит, такова воля богов. Нам не дано ее познать. Кто-то оберегает меня. Гордись этим! Славь жизнь, что тебе даровали! Могло быть гораздо хуже. А ты оптимист, я погляжу.
Помни одно! Что бы с тобой ни случилось, я рядом! Думаю, нас уже заждались на корабле. После тебя. Mm-hmm.